Добрый вечер. Во-первых, ничего особенно сказать по этой игре. Важно сказать, что нормальная поддержка команды. У нас был очень-очень долгий и хороший низ 11 игр подряд. Сегодня не повезло ничего. Особенно очень много ошибались там и потеряли много мяча у опасных зона недалеко от наших ворота. Но и Зенит практически все забил там, что было. Мы пропустили много. Разница такая 6-1, очень высокий результат. Я не бы сказал, что это так происходило на поле по этому результату. Но ничего, надо забить. И у нас еще 3 финала до конца сезона. Как сказал, у меня полная поддержка команды. Бывают и таких неудачных игр. И надо собирать все силы и готовиться к следующей игре. 2 тура у нас и финале Кубока, так важные игры перед нами. По игре показалось, что совсем Локомотив оказался не готов к прессингу «Зенита». Действительно так, в чем был план на игру и как по-вашему по игре, что не получилось сегодня? Я ответил, не получилось, я не знаю как статистика, но уверен, что можно быть и большинство владения мячом у нас и по ударам. Так, можно быть как одинаково или что, не знаю. Не получилось это, что сказал, что просто потеряли много мяча у опасных зона недалеко от наших ворота. И это просто нельзя так делать, но просто такой день был и ничего особенного туда не комментировать. Да.